мульчер Сиратка без LF4, 5600 Испания. Были проделаны работы по монтажу трассы подачи обратки, также трассы дренажа, плюс электрика для шторки, установлен дополнительный кран для дренажа, провели трассу дренажа, электрику. Также стоит тумблер управления на панель управления у оператора экскаватора. Мульчер Сират имеет 4 приводных ремня, односторонняя трансмиссия. Натяжение ремней производится. Точки смазки все указаны. Смазывается по регламенту. Но вот он поработал, трогаю, чуть тепленько. Опорные салазки. Два ряда защитных цепей с этой стороны, с другой стороны. Мульчер подходит для экскаваторов с массой от 15 до 20 тонн, 25 тонн. Здесь установили переходную плиту, переходная плита на быстросъеме. Обращайтесь к компании «Тракториста», обеспечим вас надежным оборудованием, лесотехнические мульчеры, ротоваторы, дробилки и другая техника. Всех с наступающим! До новых встреч. Пока-пока.